Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве Kubot X18 сделать перенос данных с любого устройства, с iPhone на Android, с Android на iPhone, как вам вообще угодно. Все, что вам нужно сделать, это скачать приложение Send Anywhere. В случае Android из Play Market, в случае iPhone из App Store. Открываем приложение на обеих телефонах. Когда открываем его первый раз, там принимаем условия использования, политику конфиденциальности. Нажимаем подтвердить. Следующим шагом даем ему все разрешения, которые она запрашивает. Затем, чтобы отправить файл, переходим в вкладку «Отправить». Чтобы получить, во вкладку «Получить». Можем отправлять фото, видео, контакты и вообще любого рода файлы. Давайте отправим, к примеру, какую-то фотографию. Нажимаем «Отправить». Затем, чтобы принять фотку, либо же вводим шестизначный ключ, либо же делимся ссылкой, открываем ссылку и получаем файл, либо же можем дать доступ к камере и просто навестись на QR-код и получить изображение таким образом. И как видите, картинка отправлена. И вот она у нас тут. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока!